Всем доброго воскресного утра. Мы с вами в ресторане Халва, Халва Эмирган. Эмирган, это все, это вот мост у нас через Лесхоз. Хочу вам показать утренний Стамбул, центр его. Завтраки. Обожаю, смотрите, деревья. И они очень, конечно же, старые. Смотрите, оно толстое дерево, ствол, какая крона у него, она просто огромная. И тут в него, в дерево встроено кафе. Деревья не спилили, мне это очень нравится. Несмотря на то, что очень популярные места вот в Эмирганах. Завтраки, рестораны здесь вот свободно еще пока что. Еще 10 утра, они где-то 9:40, 9:30. Сейчас нам просто не завтрак будет приносить, покажу. Ну и ничего особенного не заказала. Ага, чуть чай, наверное, пришел. Ага, стал. Тарелочки. Мы с дочкой тут завтракаем. Чи? Беним чай. Угу. Прикол такой очень часто бывает. Чи чай с ветером, амбассадор. Он со мной по-английски говорит, а я ему отвечаю по-турецки. Он просто до сих пор не замечает, что я с ним говорю по-турецки. Кино вообще. Это мой завтрак. Обожаю я авокадо и яйца. Короче, я люблю яйца Бенедикт, но вот эта пошёт юморта тоже нормально. Кофе мне латте. Прикол, горячая кружка, глиняная такая старая. Ну, блин, в ней нету ручки держаться. Нормально вообще? Ребенок, турецкий завтрак, это гёзаме с суджуком. Сейчас она остынет. Суп апельсиновый, это не мой, и чай. Воскресный Стамбул, до обеда еще. У нас, на удивление, еще, кстати, лето. Первые такие вчера, вот ночью был дождь. И вот сегодня пасмурные облака начинаются. Но у нас еще лето. И днем 27-28 градусов. Последние три дня вообще очень жарко было. Обычно в сентябре уже холоднее. Даже неделю назад примерно должно было быть там градусов 20. 20 как бы есть, но ветра не такие сильные. Сейчас, кстати, сезон ветров. То есть может греть солнце, но очень холодный будет, пронзительный ветер, и можно даже одевать
вечером мы сейчас уже гуляем в ветровках, джинсовках. Я, например, вечером хожу в спортивном костюме, толстовкой, в штанах. В центре возле моря еще прохладней. Вот такая у нас погода. Но на удивление сентябрь теплый в этом году, но ветрено уже. И вот скоро к этому ветру должен прибавиться и дождик. За мной чуть повыше парк Эмирган. Мы уже с вами там были. Там часто гуляют люди, там очень хороший вид на Босфор. А вот так живет в центре закулисья. Только листьев у нас, смотрите, на поляне. Какой-то белье, это что-то, полиция какой-то, полицейский типа участок. Давай мне руку. Держи. Ай, как птички щебетают, обожаю. Мне даже нравится, как вороны каркают. Называется «Семь испытаний», попробую пройти. Очень узкие дороги. Ага. Раньше я очень любила центр, меня прям тянуло к Босфору. Я тогда вот тут уже нажилась, знаете, уже холодно к этому относишься. Ничего особенного в этом нет. Так, ну почему? Светофор. Руку дай. Пойдем. Вон собачья будка, Кюбрюк собаку зовут. Уличная собака, у нее домик есть. Она походу под лавочкой лежит, балдеет. Мы сходили купили семечек, покормить птичек. Вот пришла женщина, которая им семена прям принесла, зернышки. Они вообще семечки не едят, а любят зернышки. И она с нами поделилась. Если хочешь, иди еще у бабушки возьми стаканчиком семечек. Зам будет вот он мечеть. Прикол, что называется, век живи, век учись. Это бабуля. Это местный разводил оказался. Угу. Она у нас попросила денег за семечки. Сначала она дала один стаканчик зернышек просто так. Она тут сидит, вон у нее, кажется, сумочка, это ее бизнес. И она попросила бабки. Конкретную сумму не назвала, я ей дала 5 евро, и такая, говорю, да, как бы... Вот так вот, живя уже здесь много лет, я попала также на развод. Уличных голубей покормите за деньги. Хотя мы сходили, семечек купили. Вон, видите, парень, не еда. Ну, как бы, кто бы знал. Я думала, бабуля просто так сидит. Я не думала, что ее приработок такой. Его это потом вырежут на монтаже с фотографии или как? Молодец, пройдем. Складывается впечатление, что это не профессиональный фотограф, а просто приглашенный чувак. И про народность я вам хочу сказать, что они говорят на турецком языке, но с каким-то акцентом, как это назвать, произношением. Жених говорит четко по-турецки, я все понимаю, что говорю. Некоторые гости здесь подают ощущение, что немножко как на арабском, что-то такое. Ну, я имею в виду, это народность. Эта девушка в зеленом тоже говорит чисто на турецком. Жених, а вот девочка вот эта в розу, я вообще ее не могла понять, что она говорит. Хотя обычные бытовые такие слова очень трудно понять. Да, скажем так, у нее прованс в произношении.
про аутфит у меня же спрашивают, что я одеваю, когда в Стамбуле уже живу. Да, ты спроси, чем отличается. Ну, это да ничем, честно говоря. Просто стало меньше каблуков. Да, только каблуки или высокая платформа только по случаю. Это какой-то выход куда-то, там, мероприятие или еще что-то. То есть нужды такой надобности у меня в этой обуви нет. В основном на плоском ходу. Но у меня есть девчонки знакомые здесь, знаешь, кто до сих пор на каблуках выходит. Или просто стали покупать каблуки, там, 2-3 сантиметра низкие. Сейчас, кстати, еще популярны этим летом. Либо саношники на низком каблуке. Ну, кто как. Лично я просто люблю спортивное. Вот сегодня воскресенье, я гуляю, у меня... Тапочки такие, как называется, даже не знаю, лоферы, да? Джинсы, сумка и просто футболка. Голубей покормить? Сейчас, да. Ну, ничего, собственно, особенного. Люблю цвета яркие, цвета фиолетовые, розовые, фуксию. Джинсы синие, голубые. Или светлый, белый, голубой цвет, синий. Такие мои любимые цвета. Дали ключи на парковке парковщику в ресторане, где мы были завтра. А парковщик сделал аварию. Прикол, да? Ну, он там. И самый прикол, хотите, что, ну, как бы по документам получается, что, ну, никто типа не виноват. За рулем был другой человек. Ситуация очень интересная, да? То есть ты отдал на парковке, вроде как парковщик виноват. Вон эта машина черная стоит, которая шоркнула. Они оформляют, стоят сейчас этот... как она по-русски забыла, знаете? Когда без претензий друг с дружкой там расписывают этот ОСАГО. Ну, договор, короче, то, что они расходятся, полицию не вызывая. Прикол. Просто жесть вообще. На пустом месте ты вышел из ресторана покушать, оно раз, и тебя шваркнули. И причем водитель-то был, который парковщик. И, конечно, знаете, в чем прикол? Ресторан, кстати, очень знаменитый, сейчас вам покажу. Тут очередь, чтобы даже на завтраки прийти. Они сразу заднюю включили. Типа таких, знаете, овечек. Ой, мы не при делах, там ля-ля-ля, по-доброму разойтись. Но на самом деле заднюю, мол, вы не виноваты, и все такое. Ну как ты не виноват, если твой сотрудник это так сделал? Офигеть вообще. У меня нет, короче, цензурных приличных слов. Вот они стоят, оформляют договор. Багажники просто. А вот они парковщики, они делают вид, типа они не при делах, и вообще, типа, они просто отошли, они просто слились. Стоят, типа они показывают деятельность, создают, типа они решают вопрос, но на самом деле ничего не решается. Водители просто документы заполняют. Вот вам, пожалуйста, самый один из дорогих и интересных ресторанов для завтрака, для всего. Он еще смотрит то, что я его снимаю, пытается прислушаться и понять, о чем я говорю. Короче, не рекомендую вам ресторан. Тут тоже, да, я не помню его название, но там очередь огромная даже, чтобы просто попасть. Я этот очень всей душой любила этот ресторан, но после этого случая, ну просто ничего.